только, как там, ты говоришь, там 90 с лишним процентов. Не, ну рейтинг на Твиче, погнали. Да. Просто, да. Он упал в моих глазах. Грубо говоря. Странно, что не 100% так. Наверное, в официальных опять. Ну, сейчас побыстрее что-то, да? Да. Да. И теперь они начинают. Усилился. Фэрисон. Что это за говно? Да я прям тебя. Вынесите вы уже. Ванёк. За... Путаюсь, думаю, что это он там делает. Ага, оставь. Есть дальняя? Нет. Да и так средняя дистанция. Средняя. Есть средняя. Центр. Средний качество. Yes. Ну, блять, ну не Ваня же. Дурак. Центр. Ух ты! Рикошет хорош. Это было круто. Это был рикошет. Повезло, конечно, но удар хороший. Рикошет хороший. Нет, в плане там... Нахуй. Ну удар прям... Шёл поворотом-то удар. Да, не, да. Не шел. Он ему голову сломал, да, точно. Ну, там, ну, там он бы взял, да, скорее всего, там ближний шел. По-моему, вал отлетел. Ну, если вал, то там... табличку, ебаную, сука. Так, вот тут аккуратнее, ребята. Вот так не надо последовать сейчас лучше. Как Хьюго на ящиками на фланг играть. Не успеешь, я не успеешь. Не, ну, там-то вроде он нормально, его не прессинговали-то, блин. И поэтому отдал. Вынеси. Вынос. Хорош. Тоже рикошет сейчас. Повезло. Уйдет? Не, не уйдет. Пиздец. Вообще. Я на все... Пробежал мимо мяча кружок, блядь. Не жги, не жги. Вала, нихуя прикол. А там на линии штрафной, поэтому он тупанул. Молодец. Так, куда мне? По флангу скинуть? Наставил? Да, да, давай, по флангу голову. Считай. Ванёк, добей. Беги сразу. Наш. Не наш. Наш. Уйдёт. Не успеешь. Да, он... Ну, мы за это надо свистеть, блин, судья. За это надо въебало бить. Хорош. Потому что он его так упорно, блядь, толкал, надо было прям развернуться им. Как другое. Да, блядь, я тут ушел. Куда? Я на фон хотел. Центру. Фильтр со мной.
бля. Так. Вань. Ножки ноги. Стоял на удар уже шел. Давай. Дай, бля. Ай. Не понял, что. Серега, вот в таких случаях чуть-чуть поближе, потому что боюсь обрезаться, иногда не даю из-за этого. Прям сместись ко мне чуть-чуть в мою зону-то. Ай, бля. Ты куда? Крутус. Я сейчас центром там закрыли. Помогай, помогай ему. Так, аккуратней. Ну смотри, меня начали прессинговать, я отобрал мяч у нее и все убежали вперед. Серег, не забегай в штрафную, лучше на подборе стой. Вот сейчас там это. Ты должен был там на подборе. Можно. В штрафную забегай столько, ну, например. Не, ну я там Серегу подстраховал, потому что если вдруг там. Я проебался или проебался с Санчестом. Честно, да. Беги, у тебя дырка между стрелком и тобой. Налево, да. Ты бежишь все ко мне. Да. Я там забегал. Ну так я же там стою, друг до друга помешаемся. Окей, окей. Хорош. Хорош. Не торопись. Да, блядь, пас назад. Да. Ну, а ты это что такое было, видишь? А ты спорил с забросами. Меня прессинговали, давай пас сейчас играть. А лучше по краю уж тогда такие выбросы. Я думаю, на меня игрок бежал противника куда-нибудь. Да что за хуйня? Что ждал от тебя? О, давай, хорош. Ну, эх, плохо, нормально, нормально. Шаг бы еще вперед залетело бы. Блять, ты что такое? Да ну. Нормально, в принципе. Ни контратаки, ничего. Пойдет, ну. Надо забить еще один, а то пустить всегда можно. Мяч, если что, летел первоначально мимо. Да, я тоже думал. Да, по красной полоске он там, ну... Я у Сереги рейтинг, ты что, Серега, наотбирал там, что ли, так много? Ну, срикошетил зачетно. Да, да нет, два из трех. У него голевая просто. А, голевая? А, точно, да, голевая вытянул. Ну, ну Хьюга почти нули вильдя, и все равно рейтинг хороший. Не, ну, зону потому что перехваты не считаются. Ну, в статистике не отображается, точнее. Перехваты, владение мячом, вот это вся фигня. Головой там выиграно. Это... Ну, это то же самое, что перехват. Успел ведь, а? Да блин, ну не дает он пас. Куда хочу, не давай мне. А да, мой. Да, ёбан, красного давал. Смотри. Ай, провал. Это опасно. Ну. Сейчас, держи к столу, там я взгляну. Да сейчас все нормально было. О. На фланге один ставил. Расслабься. Не, ну так, играть. Ну, нормально. Вперед. Серега. Можно перевести. Понял.
Извини же. Чуть не перемудрил. Ну зачем его? Ну пройди, надеюсь. Хорошо, уже, ну. Телефон. Да вот как это, блядь, вот... Я не спокойно. Понял. Бегу и бегу, и тише стал бежать. Не торопись. Пошел, Ваня, пошел. Ладно, все. Ноги. Это что такое? Поди. Ой-ой-ой! Хорош. Да, блин, что же... Не там. Ну зачем? Делать. Лучше вперед вынеси. Все нормально, блин. Ничего нормального. Давай вперед. Далеко был. Я уже после того... После того матча, короче, уже жду паса назад и вынос под касание уже, потому что... Реально. Ставил заезды с ударами издалека ты. Вдвоем не бегайте в одну точку. Давай, короче, далеко, можно на ставил сместить чуть-чуть. Кинешь и по чуть-чуть по диагонали, совсем так, градусов 20. Угу. И что, блять, а никого нет, сука. Хорош. Ой-ой, зачем же вдал? Я просто нажал сразу раньше. Ой-ой. Ничего не сделаю, спокойно. Хорош, вынос. Не надо подкаты-то. Блять! Это не подкат был, это... Блять, круто! Молодец. Это был вынос вообще. Сори, я там вообще зазевался. Почему-то когда Влад бежит рядом со мной, у меня он начинает тише бежать, я понять не могу, что за бред. Может бежит рядом, у меня он тихо начинает бежать. Ладно, все. Давайте. Внимательно. Убери пас назад. На концо, до конца матча. Хорошо. Ушел. Так, я по флангу туда, кинь туда подальше. На всю. Так, давайте фланга в центр уберем и на фланге они откроют. Не ушел, не хайс. Хорошо. Догнал. Хорош. Хорошо. Блять. Блять. Перевод будет. Хорош. Прессинг, прессинг. Вынос. Куда ж ты? А, ну что же вы делаете-то? Ну вперед, выносите. Тому не даем, все, мы. 87-я минута, нахуй эта хуйня нужна. Да нет, там меня не прессинговали же, бонус. А какая разница? Потеряли. Здесь это не так страшно, но все равно. Фильтр. Страшно, когда близко находишься. Хорош. Отлично.
Круто. Вот, Олег, а ты боялся. Да, блять, Олег там вытащил. Просто вытащил вообще, ну. Да, 1-1 и хер пойми, что было бы. Да, это реально, он два раза сделал сейф там, на, в одном моменте. Там 200% гол вытащил. О. Слушай, а почему Олегу не защитить не 3, а 2 матча сухих? Мы же с Бонитой 0-0. Потому что с Бонитой он не стоял. А, вон чё. Я всё никак вот это не понимал. Плюс. Хорош. Блядь.